Привет, меня зовут Эмили, и я фотограф Донецкого республиканского художественного музея, а также я художественный фотограф-портретист. Уже много лет я фотографирую и провожу фотосессии, оттого у меня накопились приемы и лайфхаки, которые я использую непосредственно в создании фотографий. Портретисты в основном снимают портреты, для меня было важно обнаружить для себя прием, который позволит сделать портрет более комплементарным, а также более художественным и придать ему волшебство. И такой прием я для себя обнаружила. Я часто его использую в своих снимках, что вы можете видеть на примерах моих работ. Речь пойдет о создании бликов и световых эффектах, а также создание дымки на снимках. Данный лайфхак очень прост и не требует дополнительных затрат. Его можно использовать не только в фотосъемке, но и при создании видео. Этот лайфхак позволит вам создавать интересные снимки не только как портретисту, но и для создания пейзажей, а также предметной фотосъемки. Для этого нам понадобится мультифора. Слово необычное, но на самом деле это обычный файл для документов. Также может подойти обложка для тетрадей, целлофановый пакет, только не очень плотный, а также колпачок от духов. Суть проста. При создании фотографии чего-то или кого-то вы подставляете под объектив файл или обложку, но подставляете под определенным углом, который позволяет вам отражать свет. Чтобы показать процесс создания снимка с данным приемом, я пригласила модель. С помощью румян и головного убора, который мы обнаружили в нашем музее, и вдохновившись картиной Маковского «Чарканода», мы создали вот такой образ. Можете контролировать угол наклона вашей отражающей поверхности. Самое главное, помните, что чем больше вы складываете файл, тем сильнее его отражающая способность. Таким образом, вы можете создать очень яркие вспышки и блики на вашей фотографии. В данной работе я использовала два источника света. Первый естественный – это окно, и второй – это лампа. Мы использовали две светодиодные лампы. Одна подсвечивала фон, а другая – модель. Также этот свет позволял создавать эти самые блики, попадая на линзу и попадая на отражающую поверхность нашего файла. Вот таким вышел результат нашей простой, незамысловатой и быстрой съемки. Все, что нам понадобилось, это источник естественного света, окно и файлик. Образ мы создали с помощью головного убора, но образ остается на ваше усмотрение. Но способом вы можете пользоваться совершенно любой техникой. Ведь понятное дело, что не у всех есть профессиональная камера. Данный способ очень прост, он не требует дополнительных затрат, и пользоваться им смогут как взрослые, так и дети. А я как фотограф желаю вам вдохновения, качественных снимков и самое главное, творите, творите, творите.